Есть, я предлагаю по поводу Олимпиады Сочи разделить два аспекта, внутренний и внешний. По внутреннему аспекту у нас действительно очень большие подозрения в нецелевом расходовании средств, попросту в казнократстве, в воровстве государственных средств, которые выделялись через фирмы-подрядчики. И если даже на совещании у президента встал вопрос о трехразовое возрастание цен заряда объектов, а в некотором случае больше. Это, естественно, волнует и общество. И здесь мы понимаем, что это для части бюрократии и представителей власти, которые занимаются курированием этого вопроса, был хороший вариант дохода. Вот здесь нужно подключать как раз правоохранительные органы. Что касается внешней стороны, то Россия как фактор успеха всегда за столетия, советский, имперский и так далее, был фактором возбуждения для наших, так сказать, мировых оппонентов. И успешная Россия не нужна им была ни при царе, ни при генеральных секретарях, ни при президентах современной Российской Федерации. Поэтому будет делаться все с тем, чтобы подорвать успех, значит, нашей Олимпиады со стороны западных кругов. То, что мы и, в частности, президент подписал закон против содомии, пропаганды содомии, вот этих гомосексуальных, что, естественно, противоречит всей традиции нашей страны, традиции всех народов, конфессий. Это правильно. То, что это вызвало такую буйную реакцию зарубежных кругов, это нам понятно. И вот в этом мы как раз видим в том, что мы-то внутренний закон провели правильно, а они используют любой предлог для того, чтобы помешать успеху нашего мероприятия.